Или ножницы, нарезаете буковки, берете эту плотную бумажку ватман, ватман не круто считался, надо было на акварельной бумаге, поршочек. Более пористая такая, да? Ну, вообще так, кажется, ватман, да. Можно было бритву там срезать, бритвой срезать, если что-то напортачили, так как, берете бритвочку и срезаете аккуратненько. Особое искусство, Леша Карлочкин умел 7 раз подряд срезать. Кстати, бумаги. Вот так. Абсолютно хирург, да. Вот. Нарезали, провели иголочкой линии, взяли резиновый клеек, так жиденько. И пока он застыл, так буковки разбросали, и иголочки мне так подвинули, подвинули, подвинули. Все присохло. У вас прям надпись. Дальше. Вы идете к фотографу. И он уже вам это делает в виде отпечаток и в нужный размер, что важно. И у вас уже есть некие строчки букв нужного размера, с которыми вы и расклеиваете на листе. Ну и все, казалось бы, хорошо. Расклеивать тоже простая вещь, знаете, как приклеиваете. А потом надо их обжать на стекло, надо перекладывать. И острым концом деревянной кисточки продавливаете их по краям, чтобы ровненько было, сравнялось все. Иначе, когда в типографии будут переснимать, все будет вот в этих вот разборах. Вы все так обдавливаете, берете голландскую бумажку, белила, и густо так этими белилками эти швы еще заливаете и бритвочки оставшиеся смахиваете. Идеально. Сверху тарочка и отдаете в издательство. Все. Готово. Вот. Процесс в среднем при шустрости может занять всего там как-нибудь неделю. Ну и надо там просто растянуться. К чему я это все рассказываю? Да? То есть что это такое было? Это просто-напросто банальное сопротивление материала. И это сопротивление материала при создании любой вещи, не обязательно типографской, да, которого сейчас мы полностью лишены. Очевидно, да? Имея индизайн, имея правильно настроенные стили, какой смысл вообще обсуждать, подходит ли этот шрифт для этого издания или этот шрифт для этого плаката, если все можно поменять в секунду. Ну, как бы даже, в общем, предмет для разговора нет. Ну, берите, как вы хотите, во-первых, быстро поменяем. Дело в общем технике, да? То есть, в общем-то, как следствие утери сопротивления материала, конечно, да, вот это не обязательность. Это некая необязательность вообще, что касается цифровой разработки всяких материалов для коммуникации, с этим мы должны считаться. Это только часть, да, из тех как бы, болезней, что мы приобрели, это хороший высадок. Вот. Ну, в общем, вы должны как-то осознавать, что еще какие-то там несчастные несколько лет назад сделать там, например, плакат через завод по трудозатратам. В общем, было приблизительно то же самое, что с культурой. Ну, там берешь это молотко, мыло, а тут бегаешь по Москве там с папочкой. В принципе, в общем, одно и то же.